Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет обзор трейлера Red Dead Roleplay. Да, чуваки, реклама, повторюсь, реклама есть у всех, поэтому нужно там бомбить. Кто хочет, может зайти на сервак поиграть, кто не хочет, я никого не заставляю даже это видео смотреть. Хотите смотреть один Амазин, смотрите Амазин, хотите смотреть Родину, смотрите Родину. Я никого заставлять рекламные видосы смотреть не заставляю, короче. Можете смотреть, можете не смотреть, мне без разницы. Итак, у нас сегодня обзор будет данного сервера Red Dead Roleplay. Итак, здесь бонус 30 пленов, монпака пока что нету, он в разработке. Сервак, я так полагаю, недавно открылся. Сразу дается третий уровень, а лайна пока нету, потому что сервак недавно открылся. Поэтому, чуваки, обязательно заходите, играйте на проект. Нихера здесь, видите, какое здание стоит? А ну, давайте посмотрим, что это такое. Здесь что-то есть или нет? Нет, это обычное здание просто. Маппинг мне уже здесь нравится, я думал, это будет какой-то мод непонятный, но, видите, маппинг все-таки здесь доработан. Такое большое здание просто, я реально в шоке. Давайте скриншотик вот такой сделать хочу. Вот, все, поехали. Давайте пройдемся по GPS, я думаю, посмотрим, что здесь есть. Основные места, администрация области. Администрация области находится в Южном. Окей, поехали, посмотрим, что же там есть. Так, вот это администрация области, короче. Здесь маппинг очень заменен. Прям почти весь Южный заменен. Поэтому это очень круто. Я только что ехал, смотрел. Так, здесь у нас получается работы. Давайте паспорт получим. А здесь у нас получается создать семью. Но создавать я семью не буду, в принципе. Поэтому давайте посмотрим, что здесь еще за интерьер. Ну, интерьер довольно прикольный. Это, по-моему, CRM интерьер, если не ошибаюсь. Или я ошибаюсь. Ну, не знаю, короче, классный интерьер. Мне этот очень нравится интерьер. Прям бомба просто. Ну что ж, давайте съездим в автошколу. Я думаю, нам нужно получить права. Потому что я не думаю, что здесь права даются. Автошкола у нас, кстати, рядом находится. Сейчас придется сдавать этот экзамен. Да, я уже не знаю, сколько раз. Я уже... Ну, я знаю правила дорожного движения. В принципе, я могу легко сдать на права. Но не всегда с первого раза, потому что... Иногда вопросы какие-то непонятные задают. Ну, неправильно их формулируют вопросы, и я немного путаюсь. Ну, а так, я могу легко эти экзамены сдавать. Так, вот у нас автошкола. Все как надо. Так, управление наземным транспортом. Хорошо. Давайте прижмем экзамен. Так, по максимальной скорости транспорта съездится по городу? 60 километров, конечно же. В смысле? Может, там по городу было или вне города? Скорость транспорта... По пригороду. По-моему, 90. Блять, охуенно я, блядь, знаю право. 120, по-моему, кстати, сейчас. Приведи ТС с включенными спецсигналами. Водитель обязан. Постепенно снизить скорость и... Так, обочины. Что такое ДТП? Дорожный транспорт, происшествие. Предприятие. Так, происшествие. С каких лет можно получить водительские права? С 18. Стоит ли соблюдать грузоподъемность тягача? Да, всегда. Нет, не обязательно. Только при погрузке угля, только при погрузке людей. Да, всегда. Разрешено ли движение задним ходом на магистрали? Нет, не разрешено. Да, разрешено только при виде сотрудника ПД, только... Нет, не разрешено. Все, поздравляю, вы сдали тест. Выходите во двор и садитесь в свободный транспорт. Я же говорил, пацаны, на изи. Просто я думал в городе, а там пригорода было написано. Давайте берем бэху и поедем сдавать на права. Какой-то чувак, невидимка зашел, смотрите. Вот, видите, его не видно было. Серьезно, его не видел. Лол. Вот он, его видно теперь. Так, я чекпоинт проебал. Походу, да? А, что, все равно надо разворачиваться. Ну, такое. Поехали, чё. Ну, сдача на права довольно-таки легкая, я так полагаю. Да, просто сейчас назад, да, по идее, едем. Ну, пока людей мало на сервере, я понарушаю чуть-чуть. Я думаю, вы меня не сильно будете ругать. Но маппинг здесь везде изменен, просто до неузнаваемости. Реально, сейчас надо будет в магазин одежды зайти, себе скин какой-то прикупить. Самый дорогой. Так, ну на бэк, конечно, трудно сдавать, потому что можно легко превысить скорость и провалить экзамен. Все, я получил права. Где наш скутер только? Он пропал, походу.
Да, он пропал, ладно. Погнали тогда сразу в магазин одежды. А, не, вот он. Во, заебись, все, погнали. Хм, ты тоже купил магазин одежды? Молодец, конечно. Шустрый пацанчик какой-то. Чувака, он на 4 уровень уже. Так, мне нужен самый дорогой скин. 500 тысяч. Давайте, не знаю, наверное, Узи возьмем. Либо, не, вот такого чувака возьмем, короче. За 500 тысяч. Гулять так гулять, будем самые дорогие скины, пацана, покупать. Потому что, ну, мы можем это себе позволить, поэтому все заебись. Короче, я же в автосалоне. Давайте купим вот эту тачку. Слот 1. Окей, все, купили. Заебись. Сейчас я хочу кое-что посмотреть. Кое-что интересное, поэтому мне нужна была машина. Сейчас я доеду и вам покажу. Смотрите просто, как маппинг изменен. Это просто круто. Вот, типа, стройка какая-то. Или что это? А, это тюрьма. Это тюрьма, походу, или нет? Блин, я не знаю, что такое. Давайте я посмотрю. Блин, ну червак реально классный. Много каких-то плюшек, видите? Эти фонари. Это, наверное, тюрьма, в принципе, или что это? Покупка... А, это покупка вертолета. Ну что, прикольно, кстати, место такое. Но вертолет нам не нужен, нам нужна машина, у нас она есть, поэтому поехали, куда я и собирался ехать. Вон еще внизу, видите, маппинг изменен. Ну, везде тут маппинг изменен, новый маппинг, какой я еще никогда не видел. Это очень круто. Реально, это круто. То, что когда никогда я не видел, это очень круто, потому что я люблю новый маппинг, и мне интересно посмотреть новый маппинг на других проектах там и так далее. Поэтому, да. Поехали сейчас в одно местечко. Ну ладно, я скажу вам уже, это драхт-трасса, короче. Мне интересно, как она здесь реализована. Это драхт-трасса. Так, здесь у нас рублевка, кстати, есть. И дома по ГОСу, опачки. Это тоже интересно. Один дом по ГОСу стоит, вот этот. Сколько же он стоит, мне интересно. Наверное, до хера. Может, и не до хера. Так, вот он дом. И он стоит... 35 миллионов он стоит, да? Блин. Обидно, мне не хватит. У меня 27 миллионов только. Ну ладно, зато вы можете зайти там, может, как-то бабок подзаработать, в казике там, может, и купить себе домик. Но я не могу себе этого позволить. Но зато могу позволить себе здесь купить дом, да. Я хочу этот деревянный, наверное. Да, тут хочу домик купить себе. Надо, чтобы дом был хотя бы. А то без дома будет туговато. Так, сколько он? 10 миллионов стоит? Без проблем. Давайте интерьер посмотрим. Далее. Открыть, да. Так, интерьер, скорее всего, здесь такой примитивный. Ну, да, вроде бы я такой где-то видел. Да, ничего особенного здесь нету. Хэй-меню, да, есть. Хэй-меню пишем. А, аптечки, улучшение дома. Дверь поставим, эту вещичку, и все. Больше мы лучше ничего не можем. Смотри-ка, внизу какой-то поселок даже есть. Это как Бусаева ехать. Я, конечно же, купил дом. Я туда спускаться не буду, но, блин, какая прикольная горка, реально, мне нравится. И там какая-то деревушка еще. Блин, реально крутой сервак. Реально крутой. Вот, да, есть там хуевые бонусники, но этот бонусник, кстати, хороший довольно-таки. Довольно-таки хорошие. Вы все равно не сможете, да, бонус 30 лямов, но вы все равно не сможете купить все, что вы захотите. Дом на Рублевке 135 миллионов. Обычный домик там 10 лямов стоит. Там сможете купить две машины каких-то охуенных, дорогих. Ну, на все и на вам не хватит. Все же. Там и стопочка стоит, кстати, может, по ГОСу. Вот драхт-трасса, я так понял, да? Здесь. Ага. Ага. Ага, так, сейчас. Разобраться надо. Хм, я думаю, она будет побольше. Хотя и, в принципе, и так нормально. Так, разворот. И нормально, чё. Вот такая вот драхт-трасса, пацаны. Прикольненько. Ну, нормально, чё. Конечно, у меня на моем проекте тоже драхт-трасса, помню, была. Давайте скриншотик такой сделаем. Во. Тоже на моем серваке драхтаса была, но это чуть-чуть, кстати, побольше, наверное, будет. Давайте пробуем, типа, с места так шлифанули, все, пошли, пошли, дал-дал, ушел, давай. Сейчас, правда, какая-то СЗС-ка по ГОСу стоит от меня.
Я бы на их месте в конце бы сделал какой-то, не знаю, может. Хотя, походу, вот старт, а там финиш. Наверное. Да, это купили СТО, короче, это. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервайте, кому понравился. Там модпак скоро будет, я думаю, сделают. Поэтому все будет заебись. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the